На федеральной трассе Колыма погиб якутянин. Трагедия случилась на перевале «Черный прижим». С обрыва упал грузовик. Водители и пассажиры успели выпрыгнуть из кабины, но одному из них не повезло. Молодой мужчина погиб. Второй получил множественные переломы и ссадины. Его отправили на попутной машине до ближайшего медицинского пункта. Пострадавшие оказались жителями Якутии. По сообщениям из соцсетей, у погибшего молодого человека остались жена и двое детей. Как выяснилось, в этот день произошло не одно ДТП. В ночь с 9 по 10 сентября этого года произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первое на 589 километре федеральной трассы Колыма, где пострадало два человека. Наша бригада скорой медицинской помощи с врачами-хирургами сразу выехала на месте происшествия и была оказана вся необходимая неотложная медицинская помощь. А второе дорожно-транспортное происшествие произошло на 593 километре федеральной трассы Колыма, и один пострадавший водитель, тоже 1991 года рождения, получил травмы легкой степени, находится также в хирургическом отделении. Ну, состояние средней степени тяжести.